В любом образе, будь то колхозник или военный, Вильяминов безупречен. В нем было то, что невозможно приобрести никакими ухищрениями, чему нельзя научиться. Обаяние, благородство, достоинство, глубинная внутренняя сила. И женщины это всегда чувствовали. Хотя именно любовь Орлова обнаружила изъян в благородной внешности Петра Вильяминова. В 1974 году они снимались в картине «Скворец и Лира». Играли семейную пару советских разведчиков-нелегалов. После репетиции лирической сцены Любовь Петровна неожиданно заявила своему партнеру, что у него ужасно торчат уши. И, не слушая никаких возражений, отвела Вильяминова к хирургу. После пластической операции он, по мнению примадонны советского экрана, стал просто неотразим.